Вот это вот здесь на карте, это пляж Ката. А вот это пляж Корон здесь. А между ними вот такая возвышенность. Вот я хочу пройти туда и показать. Там гора такая. Вот здесь вот дорожка есть туда, вот до конца и обратно, и выйти на Корон. Вот интересно посмотреть, что там, потому что там много растительности, и там дома, домики стоят. Мне кажется, там красиво. Мы это с вами посмотрим, насколько там красиво. На. Мы сейчас выходим на главную улицу. Это вот эта улица, которая проходит вдоль пляжа, да? Если туда ехать, слева будет пляж. А если вот туда ехать, там будет пляж. Вот, и нам куда сейчас? Куда? Дальше туда куда? И налево. А, и налево. Соответственно, мы сейчас будем показывать, где эта дорога, возвышение это, чтобы пойти. Нам, как всегда, не уступают, это нормально. Здесь, в принципе, пешеходные переходы и не нужны, как таковые. Но кто-то и уступает иногда. Да, это большая странность, почему на пешеходных переходах редко уступает дорога. Это очень странно. Здесь массаж, как всегда, предлагают. Массаж предлагают везде. Самая распространенная тайская услуга, пожалуй. Так. Правильно, да, туда идем. Вот эта дорога ведет как раз на этот. На Ката. Ката Бич. По сути, если идти туда дальше, то мы на Ката Бич и придем. Вот откуда выехали они. Вот откуда мотоциклет. Мотоцикл выехал. Вот нам сюда. Здесь мы еще не были. Вот и любопытно посмотреть, что тут. Ой, здесь подъемчик, опять ноги качать. Да. Слушай, сколько мы уже прошли за это время? Мы только по одному пляжу. Пляж, кстати, три. Пляж вот этот. Корон 3 километра 350 метров. Смотри, какие пупсики маленькие, хорошенькие. Да, вертикально здесь. После еды сюда не стоит, наверное, идти. Сразу что-то жарковато становится. Отдышка появляется. Ну, такая вертикальная. Сколько здесь угол-то? Почти 45, наверное. Ну, чуть поменьше, наверное. Градус 35. Смотри, как
у них очень выражено вот это чувство, чтобы у собеседника не было обиды. Они прям за этим очень сильно следят. Я слышал, что вот в Японии есть такое, что почему все японцы улыбаются тебе? Потому что для них это грех, если ты собеседника обижаешь. И у тайцев я такое же вижу, прослеживается. Они хоть хотят, чтобы ты точно ушел в хорошем настроении, чтобы не оставлял зла за собой. Вон там виды. Классно, да? Можно я пройду? Да пройди, пройди. А пойдем туда вниз, спустимся. Нас же ничего нам не сделают. Не убьют. О, прикольно, а? Смотрите, как классно. Вообще супер. Красиво, да? Смотри, как классно. Ой, красота. На какой-нибудь видеошорт делать. Ну что, идем дальше. Изучать верхнюю часть между двух пляжей. Давно я сюда поглядывал. Ой, это шлагбаум, что ли? Смотри, какой необычный. Прикольный шлагбаум. Первый раз такой вижу. Здесь, видишь, какой-то как бы нетронутый лес. Кусок, смотри, эти папайи растут. Ха, прикольно. Стройка. А вот это уже пляж Корон. Ну вот, с той стороны. Смотри, как круто, да? Прикинь, вот здесь вот жить. А? Классно. Смотри, какой-нибудь цвет. Это песок, земля, какой-то цвет необычный. Как земля с песком. Интересно. Я, кстати, обратил внимание, здесь очень любят колючую проволоку. О, это хижина, что ли? Не знаю. Все это отдыхает. Смотрите, сколько кокосов.
Кстати, мы в какой-то лес забрели. Не знаю, можно здесь пройти, нельзя. Да, все, фиг нам, не дадут. Смотрите отсюда, жалко. Ну что ж, так бывает. В общем, мы оттуда вернулись, так как там забор, да, сейчас пришли. Повторно-то снимать я уж не стал, поворачиваем налево. А изначально мы шли оттуда. Так что мы, если оттуда идти, сразу направо, а если возвращаться, то налево. Посмотрим, что здесь. Ну вот так. Я думаю, что вот эта дорога. Ну посмотрим, сейчас на что-то выйдет. Студентом летает. Я ее вообще не вижу. В кадре. А, вот она. Время кофе, все дела, парковка.
сейчас спустимся вниз, вроде здесь и проход есть. Посмотрим, что внизу. Открыто с 9 до 7. Что-то заказать, так не дают здесь ходить. В общем, оттуда мы вышли, там не дали нам снимать, покупать ничего не хочется, мы уже все поели, попили. Теперь посмотрим, что здесь есть. Место здесь такое привлекательное для, наверное, видов отелей, там каких-нибудь, если их делать. Смотри, какой здесь вид. И пока нас никто не ругает, еще не поймали. Да, прикольно. А вот и пляж Корон простирается. Там можно какой-то. А здесь бассейн. То есть здесь какое-то помещение. Здесь, походу, будут отели. Только еще все пустое, я смотрю, не занято. Только один бассейн. Бассейн. Классно. Вот здесь и цены. О, а здесь туалет. Прикольно.
такой вот вид. Спускаться, конечно, весело, но подниматься вот уже не очень весело. Особенно после того, как мы находили. Только я не пойму, почему она. Может, у нее нет прохода? Здесь закрыто. Сейчас посмотрим. Так, ну там мы уже были. А, мы еще сюда не сходили, но нет, мы сюда заходите. В принципе, все то же самое. Все чем похоже. Ну ладно, дойдем до перекрестка. Включу. Сейчас спускаемся. Сейчас мы были вот там, откуда машина едет. И поворачиваем на выход. Вот на карте дорога. Вот это вот. Здесь написано вход воспрещен. По-русски даже написано. Да, и она к пляжу. Выделено сереньким, что фиг тебе. Значит, придется возвращаться по этой дороге. Здесь все круто. Да, в общем, дорога получается только одна. На этот верх. Может быть, с той стороны и можно сюда подъехать, вот в этот, тоже к этому забору. Но сквозняком не проехать и не пройти. Так что придется обходить.